Здравствуйте всем. Меня зовут Роза Чайковский, мне 65 лет. Продукт я пью полгода. И сначала я хочу рассказать, какие проблемы у меня были со здоровьем. У меня было высокое давление, оно еще вдобавок все время скакало. Потом у меня прооперированная спина в области поясницы. Очень болят суставы, руки, ноги и вот пальцы. Я боялась взять иногда, ну не всегда это было, но иногда, когда воспалялась, я боялась взять, например, чайник в руки, чтобы не уронить. И ну вот. Потом, вот года три, наверное, четыре, у меня начал позвоночник болеть в области, где лопат, между лопаток такое, вот, то есть как что-нибудь поднимешь тяжелое или что, то ли защемляло, то ли позвонок выскакивает, я даже до сих пор не могу объяснить. И когда я пошла к врачу один раз, сказала, что я бы хотела, чтобы мне МРТ сделали там сверху, он сказал, надо сначала внизу, и предложил мне внизу снова, где поясница, снова сделать операцию, а я сказала, я не хочу операцию больше, он говорит, а тогда зачем пришла ко мне? И, в общем, я перестала к нему ходить, и, ну, вот так и болит теперь. Теперь еще у меня, я не могу спать. И не могу спать от того, что у меня такое беспокойство в подошве. Если я целый день нахожусь, и потом, когда сажусь, например, вечером или ложусь спать, или на диван немножко отдохнуть, у меня начинает такое вот крутит ноги и дергает. И я вот приспособилась так, что я стала под себя, когда стелю себе постель, я уже ложила сразу аппликатор Кузнецова, такая мата 60 сантиметров, и потом есть такая подушечка. Эту подушечку я за место не под шею ложила, а ложила под ноги и под спину вот эту мату и ложилась и на нее. И ноги ставила на эту подушечку и топала, топала, и когда уже немножко все как бы успокоится, я засыпала. Ну, много раз ночью просыпалась, но все равно это помогало. И вот в августе месяце, в прошлом году, я купила земли мешок и хотела пересадить цветы. И взяла с машины этот мешок и стала себе нести домой. Когда я уже несла, я уже поняла, что зря я это сделала. Мне опять схватило спину между лопаток, и все, я уже на другой день не смогла выйти на работу. Я пошла к врачу, он мне написал больничный, он мне выписал ибупрофен 600, я пару раз приняла, он не помогает. Я пошла, стала ходить к массажисту, нашла себе костоправа, стала ездить туда. Я 6 раз была, она мне вставляла все, там правила и все такое, и массаж делала на все тело. Но это мне, я никак не могла прийти в себя. И потом мне позвонила моя сестра, и говорили, мы с ней так разговаривали, и я ей пожаловалась, говорю, ну или поябничала, как бы, вот заболела, и мне все болит, и все такое. Ну, она мне потом сказала, что, давай, я вот пью, и тебе поможет, вот продукт, возьми этот. Между прочим, этот продукт она мне уже один раз предлагала, наверное, года полтора назад, и я тогда даже присылала она мне, я на месяц тогда купила, я его так халатно, очень халатно попила, 2 дня пила, 3 дня забуду, ну и, в общем, никакого результата я не видела, и поэтому, но этот раз мне было очень плохо, и поэтому я сказала, ладно, давай. Ну, мы с ней сделали, она мне помогла, мы с ней сделали заказ, и через пару дней пришла посылка. Но она мне сказала, возьмешь слайд и стоп, и будешь пить 2 раза в день. И вот я взяла слайд и стоп с посылки и стала пить утром и вечером по 2 штуки. И через неделю, ну, я немножко стала лучше, я вышла на работу и продолжала его пить. Потом я что-то стала, в комнату зашла, там убираться, увидела коробочку, и мне стало любопытно, думаю, дай-ка загляну в эту коробку, и оказалось, что там не только слайд и стоп, там еще был Grow и был GTS, я его достала и тоже до сих стала пить. Ну, естественно, я Люда сказала это, что я еще там нашла, она говорит, ну, принимай. В общем, я его стала принимать,
И в один день я что-то себе на ночь расстилала кровать и думаю, ага, я что-то не ложу аппликатор Кузнецова, и я, оказывается, сплю. И мне теперь как бы... Я даже не заметила, что я это не стала ложить, и я просто стала высыпаться и даже не обратила внимания, потому что я не ожидала результата вообще. Я просто его начала пить и пила. И потом до меня дошло, ага, я стала высыпаться, мне этот аппликатор не нужен, и это было уже хорошо. Через некоторое время я стала замечать, что у меня не болят кости мои, суставы, мои руки, я могу нормально работать, и я хорошенько высплюсь, встану утром, могу что-то делать, потом еще идти на работу. Я начала гулять, потому что я далеко ходить не могла пешком, а тут я могла выйти, например, километра 3-4 пройти и прийти обратно. Раньше я боялась далеко уйти, потому что я боялась, что я не вернусь, не смогу дойти обратно до машины, до своей, и поехать. Мы обычно после работы со Сватей ходили гулять, и я боялась всегда, что я не дойду. Вот. И, во-первых, это было для меня вообще что-то новое, и так хорошо не болеть. Я этой боли, если у меня что-то начинало болеть, у меня сразу начиналась уже паника. Я боюсь уже этой боли. Только где-нибудь я боюсь. А теперь я даже на спорт хожу. Рея-спорт. Мы там делаем какие-то упражнения. Надо встать на четвереньки, и мои руки это выдерживают. Раньше же, если ты какое-то упражнение делаешь, надо опираться, там, то поднять, это сделать. Я не могла это делать. А теперь я это все могу. Я себя уже намного... Да что там, вообще нет боли. И я такая бегайстер, я такая... счастливая, что у меня нет боли. Я рада очень. Сейчас вот весна, сейчас надо много чего делать. И я благодарна и Люде, и вообще фирме, что есть, и что оно действует. И хочу сказать всем, такой продукт, и хочу всем сказать, не бойтесь. Оно только помогает. Вот все, что я могу сказать. Будьте здоровы, живите без боли. Спасибо, что вы меня послушали.